На льду. Молодец, Ваня. Тоже не прыгнул. Слип, двойной тулуп. Тройной лутц. Молодец, Ваня. Это наши юниоры. Он будет бороться за возможность участия в юниорском чемпионате мира. Он прыгает. Разучили они с его тренером, с Мариной Селицкой, четверной сальхов. Увидим его в произвольной или нет пока? У него болела нога, я не знаю, будет он, будут они прыгать или нет, но он прыгает его очень хорошо. Вот, и для юниора это, конечно, хорошо. Они хорошо работают, и я думаю, что он за этот год очень... У него очень интересная дорожка шагов, он хорошо владеет коньком. Вот, видите, в короткой программе он все-таки юниор, не забывайте, он прыгнул 3,5 оборота. Ну, конечно, не прыгнул 3-3, прыгнул 3-2. Ну, если Лутай прыгает 3-2, то ему это просто сам Бог велел. Кстати, Татьяна Анатольевна, вот вы говорите, что Володя Успенский напрыгнул больше, чем Лутай. Так у судей так он, оно и он есть. Он не напрыгнул. Ну, что элементы у него дороже. Mm-hmm. У него так и есть, вон они на 4 да, балла да. Ровно больше. У него только вот, видите, компонентов меньше на 5 баллов получается. Так я что не с, знаю. С судьями... Черт из два поспоришь. Я не увидела компонента. Ну, вот и неплохо у него. Дорожки эти неплохие очень. Но Успенский хорошо катался. Мне понравилось. Сейчас еще Александр выступит. Thank you.
Очень у Третьякова получились хорошие вращения. Не грешит, не докручивает. Не докручивание. Нет. Не грешил. Наберет баллов 60, как думаете? Мне кажется, что должен. Ну, его могут не оценить юниоры. Они его не, юниоров не очень ценят. Но мне кажется, что... Сейчас посмотрим. Посмотрим, да. Мариночка Селицкая, большая, молодец. Работает, большая труженица тоже. Работают они вместе с Леной Водорезовой на одном катке. Это компания, которая трудится вместе. Хореографу. Смотрите. Ну вот видите, набрал? Да, 60 баллов, 91 сотая. На 0,1 больше, чем удобрено. 32,59 и 28,32. Элементы и компоненты. Плотненько так они там располагаются. Так, заключение. Для Вани это...